Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема появилась, конечно, как всегда, практически, зимой всегда так, по поводу того, что вы спрашиваете. Вопрос был задан такой: а где у помидора, у плода низ, а где у него верх? Хороший вопрос, правда? А необходимость в определении, где у плода верх, а где у него низ, она, это определение должно пониматься, ну, правильно. И возникло это определение только потому, что иногда я в программах, когда речь идет о посадке томатов, говорю, что первую кисть при посадке удаляем, потому что мы, если берем на семена плод от этого сорта томата, то берем, значит, со второй цветочной кисти, это первое условие, а второе условие, при созревании плода полностью мы возьмем семена из верхней части плода. Ну, мне бы, конечно, продолжить бы этот момент и сказать, что нижняя часть плода там, где плодоножка, а верхняя часть плода там, где цветочек был. Так вот, когда вы соберетесь взять семена с плода томата, помните, что нужно сделать вот такую маленькую операцию. Значит, томат созрел, он готов к тому, чтобы отдать семена. И что нужно сделать? Берем очень чистый нож, очень чистый. Убираем вот эту крышечку, там, где крепился цветочек. Понимаете, да? Вот, тут не осталось ни одного семечка. И что мы должны сделать? Вот в эту вот соусник. Ну, не так просто, как оказалось. Томат покупной. Как вы понимаете, не осень на дворе, а зима еще. И мы выдавливаем семена, так нажимая на середине его, на камеры, которая внутри, чтобы у нас только семенная жидкость с мезгой была из верхней части плода. Именно здесь, в верхней части, там, где цветочек был, еще раз повторяю, семена томата вызрели, а те, которые находятся в нижней части плода, здесь, они, как правило, недозревшие. Не все, конечно, но по большей части. Поэтому их мы выдавливать не будем и оставим. Вот то, что у нас здесь получилось, обратите внимание, это густовато, да. Семян там достаточно, но это густо. Мы должны налить туда, ну, примерно чайную ложку кипяченой воды, конечно, не горячей, комнатной температуры, и оставить, не прикрывая, и оставить на окне где-нибудь, не на солнышке, так сбоку, чтобы эта жидкость забродила. Вот почему это надо делать? Значит, добавив туда чайную ложку, хорошую чайную ложку кипяченой воды комнатной температуры, мы будем ждать, когда у нас начнется процесс брожения. Но каждый день нужно встряхивать вот эту емкость. Неважно, стеклянная эта баночка, там кружечка, разницы нет. Встряхивать для того, чтобы плесень наверху не появлялась. В процессе брожения плесени быть не должно. И зачем процесс брожения нужен? Для того, чтобы мезга отделилась от семечка. И я вам покажу, как это должно выглядеть на самом деле. Волшебная коробочка. У вас есть такие волшебные коробочки? У меня есть Гарри Поттер здесь. Да. Здесь в этой коробочке находятся семена и томатов, в том числе, которые я сделала сама. Они, их, конечно, бы немножко высыпать, чтобы вы видели, какие они красивые. Они пушистенькие, желтенькие. В отличие от тех, которые нафасованы в пачках за очень большие деньги, мои семена, посмотрите, выглядят очень хорошо. У меня в руках пакетик тоже с семенами и тоже не магазинными. И здесь замечательный сорт слива оранжевая, крупнющая, сладкая. Но вот эти семена неправильно собраны. У них вокруг семечки очень много мезги. И есть опасность. Почему надо, чтобы перебродила и мезга отошла? Да потому что в таком состоянии, если мы их посеем, да, есть опасность, что они заплесневеют. Вот в этом проблема может быть. Поэтому всегда очень осторожно отношусь к чужим семенам, ну и к покупным тоже.
И вопрос встает, обрабатывать их или не обрабатывать. Обрабатывать то чем? Да масса всяких всевозможных химических препаратов, прогревов и так далее. Если семена обработаны компанией-фасовщиком, да, и продавцом, их не следует замачивать и обрабатывать, там уже все сделано. Но если вы сомневаетесь в семенах, да, и видите, что они у вас серые какие-то из пачки, черноватые, ну, лучше, конечно, их обработать. Это может быть и раствор соли, раствор марганцовки, это может быть просто вода градусов 55, а то и 60, ничего страшного. Буквально же там полминуты, и вы уже вытаскиваете там, ну, минута максимум в такой температуре. Но вот эти семена мы будем сегодня сеять, потому что речь сегодня вообще идет о посеве томатов. У нас на дворе уже середина февраля, и мы с вами должны понимать, что высокорослые и индетерминантные томаты. Почему я разделяю эти понятия? Да потому что есть индетерминантные, не имеющие ограничения в росте, пока тепло, пока еда, они будут расти. А есть детерминантные, то есть имеющие ограничения в росте, но тем не менее их рост будет 2 метра и выше, 2,20, 2,50, и это совершенно возможно. Я слышу, что вы говорите. А я чувствую, какие комментарии опять там напишите. Чё ж ты такая аккуратистка, не могла семян запасти хороших? Нет, могла, конечно. Ну, собираясь в дальнюю поездку, помидоры приготовленные, вот именно сливы оранжевой, она очень высокорослая и тепличная, как я понимаю. Я, конечно, их оставила на семена, но мои детки благополучно их съели и на здоровье. Поэтому я воспользуюсь тем, что у меня есть. Я никогда не выброшу особенно что-нибудь подобное. Хоть одно семечко, но взойдет, и семена у меня будут снова. Ну, а мы, как бы, да, вот сейчас будет уже посев происходить. Поскольку у меня очень мало семян вот этой сливы оранжевой, но она, правда, замечательная, ну, в магазине я не встречала такую, к сожалению. Много семян, которые уже исчезли с наших прилавков. Старый замок, например, тоже любимчик мой. К сожалению, это так. Да, я не оставлю ни одного семечка, потому что среди... Вот сейчас я на ладошку. Вот так, вот все, ничего не потеряла. Вот смотрите, они у меня на ладошке. Да? Да. Зрелище, конечно, не очень радостное, но варианта нет. Из того, что здесь есть на ладони, смотрите, я отбираю семечки и вам советую делать то же самое. Значит, раз, два, три, четыре, пять, так, шесть, семь, ну, по моему мнению, так, восемь. Вот это все, скорее всего, из той нижней части томата, не вызревшие семена. Ну, тот, кто собирал их, просто даванул, вероятно, тоже, может, последняя помидорка была. Так тоже же бывает, мы же, когда вкусно, все съедаем. Вот, поэтому эти семечки я посею в этот контейнер, я его заранее приготовила, пролила кипятком, это смешанный дачный компост с перлитом, агроперлитом и агровермикулитом. Я выровняю все, вот поверхность пролитой почвы. Рекомендую делать это кипятком и на горячую почву укладывать семечки. Я буду очень аккуратно, ну, относительно рядочками, чтобы когда взойдут эти сеянцы, они друг другу не очень мешали, не очень закрывали свет. Потому что каждому из них нужно и солнце, и влага, и, естественно, площадь питания. Очень буду следить за этим контейнером. И я специально выбрала контейнер для посева этих томатов отдельный, чтобы уже здесь им создать максимум привилегированных условий. Теперь поставим контейнер прямо и сверху засыпем такой же хорошей прогретой, обеззараженной почвой, примерно сантиметра два. После того, как засыпем, прижмем аккуратненько. Почему 2 сантиметра? Потому что если насыпать пол сантиметра, ну, как у цветов там у многих, да, рекомендуется не более там 5 миллиметров почвы. А у томатов, у перцев, баклажан лучше бы вот как бы 2, а у баклажан даже еще побольше. Чтобы, выходя из земли, вот этот росточек сбрасывал шапочку.
с темени, понимаете? Чтобы у нас не было вот этих вот шлемиков на росточках, это очень плохо. Надо, чтобы он боролся там, чтобы, да, всю силу свою применил, какая у него только от природы ему дана. Все, я засыпаю, аккуратно только делайте, чтобы семена никуда не сдвинулись. Ну, примерно это вот столько. Сейчас я поправлю эту почву. Так, еще маловато, по моему мнению, маловато, и я с удовольствием досыплю. Потому что помидоры как раз чаще всего, если слабоваты семена сами, то они пытаются все-таки еще и с шапочкой взойти. Меня это не устраивает никогда и никак. Все это приходится выбрасывать. Так, а теперь аккуратно распределите почву ровно. Ни кочек, ни горок, ни ямок быть не должно. И своими пальчиками уплотните ее настолько, насколько сочтете разумным. Ну, то есть не уж не совсем выдавливая воду из нижней части почвы. Нижняя часть очень хорошо кипятком вся обработана. Вот сверху поливать не надо. Здесь нужно поставить маячок, что здесь находятся томаты слива, да, высокорослые. Может, они даже индетерминантные, честно сказать, не знаю. Но что высокорослые, точно, потому что сажала их уже неоднократно. Вот на этом посев томатов закончен. Если у вас есть подозрение, что почва, ну, какая-то не такая, что она где-то там уже в посевах заплесневела, или еще что-то с ней происходит, или уже сеянцы какие-то падают, тогда возьмите сухой фитоспорин, сухой, не надо ничего поливать, сухой, возьмите фитоспорин, возьмите старый капроновый носочек, насыпьте туда и прямо все-все запудрите всю поверхность, чтобы черные ножки там не было, и никаких плесеней нам там вот тут не надо. Я надеюсь, что вы меня услышали. Можете поставить на холодильник, можете поставить на шкаф, можете поставить на стенку до момента, когда появятся петли. Проверять надо каждый день. Если на кипяток раскладываете, через 3 дня уже можете спокойно посмотреть, есть сходы или нет. Смотрите, здесь на столе стоят контейнеры, и я хочу сказать, что я сею уже 3-й день подряд, здесь контейнеры, естественно, отсюда уже распикированы перцы, и мы это тоже покажем. Значит, здесь все мои любимчики, про которые я вам рассказывала, здесь все рядами посеяно. Посмотрите, почва не была полита сверху, она подтянула влагу, которая пришла снизу. С политой почвы поднялась. Видите, здесь очень много сортов. Но не очень люблю такие контейнеры для посева томатов, потому что если здесь не взойдет, сюда уже ничего не подсеешь, потому что остальные взойдут и будут закрывать освещение для тех, кто еще не проклюнулся или не собирается даже этого делать. Здесь посеяно в торфяные таблетки, они размочены, приняли форму цилиндриков. Здесь как раз спрут. Очень хочу попробовать, но я не повезу его на дачу, скорее всего. Я его оставлю дома, наверное, устрою его вот здесь, в этой кухне, и попробую сделать такое что-нибудь по потолку. Ну да, раз в неделю ведро воды и до свидания. Ну, хочу еще раз показать вам вот эти замечательные семена свои, как они хорошо выглядят. Посмотрите, как цыплята, пушистенькие, желтенькие. И все крупненькие, практически отходов здесь практически и нету, потому что из верхней части плода томата. Ну, на этом пока все и до свидания.